На кировских ярмарках-продажах постоянными участниками бывают не только продавцы и покупатели, но еще и ветеринары. Ветеринарно-санитарный надзор проверяет каждого сельхозпроизводителя на наличие документов. И необходимы сертификаты. Это не просто бумажки. Это важные документы, подтверждающие качество, а главное – безопасность продукции. Сегодня вместе с ветеринарами проверила документы у продавцов и Анна Мамаева. Цвет, запах и вкус – главные критерии, по которым кировчане определяют качество меда. При выборе они руководствуются проверенными, так называемыми дедовскими способами. Когда положишь в рот мед, он должен таять, как масло. Но пользу или качество продукта на вкус определить практически невозможно, говорят специалисты. Такие исследования проводятся в лабораториях, а данные потом документируются и выдаются продавцам. Наличие этих документов и проверяют сотрудники отдела ветеринарной экспертизы. Все хорошо. Где проводили исследование меда на качество и безопасность? На Попова 9. На Попова протокол испытаний? Все есть. Все есть. Кировского ЦСМ, да? Лабораторные исследования меда проводятся сразу после его сбора, то есть в конце лета. А проверяют сертификацию на каждой ярмарке продажи. Вкус, цвет, запах, там наличие примесей, еще что-то. Ну и показатели безопасности. Показатели безопасности – это наличие, вернее, будем говорить, отсутствие антибиотиков, так, токсических элементов и пестицидов. Пока на сегодняшний день мы претензий не предъявляли никаких. Но покупателям бдительности терять нельзя. И лучше перед приобретением меда или другой продукции на ярмарках попросить у продавца документы и лично удостовериться, что продукция прошла все необходимые лабораторные исследования. Анна Мамаева, Алексей Стахеев, Бюро новостей, Давича.